Приветствую вас, господа. Сегодня мы посмотрим на вот такой карьерный самосвал Inchworm 7850. Давайте быстренько в тюнинг. 4 движка. Берем самый мощный. Коробочки. За 10 тысяч она не работает. Она там одна передача. Поэтому поставим за 2300. Думаю, нам хватит. Подвеска серийная. Колесики 110. Такие шоссейные. Вездеходные. Внедорожные, но их почти не видно. Потому что он очень большой. Для бездорожья вот такие стандартные. Такие есть и есть с шипами. Пойдет 3 лебедки. Автономная Super HD Plus. И улучшенная тяжелая и серийная. Ладно, оставим серийные модули кузова. Вот такой борт. Или как это правильно, кроватка, не знаю как называется. Контейнеровоз. Цистерна, лесовоз, цистерна воды. Почему воды? Ладно. И тяжелая цистерна топлива. Хорошо, давайте борт возьмем. Декор, диски не меняются, но можно поставить портативный радарчик тоже, почему нет. Вот такой здоровенный прям просто карьерный самосвал. Что это за крюк такой? Маленький крючок. Типа для этих, для прицепов, что ли? Ну так, мыльненько, но пойдет, в принципе. Давайте салон. О, 2000 год прям. Ладно, стекла мутные, грязные. Почти ничего не видно в них. Окей, давайте заведемся. Цвет. Цвет работает, ну да. С такими стеклами, конечно, от первого лица особо не покатаешься. Давайте немножко прокатимся. Перед тем, как прокатимся, давайте посмотрим, как кроватка работает. В эту кроватку только ручная погрузка. Поэтому берем кран, загружаем все, что нужно с горкой, грубо говоря, и везем. Потом выгружаем на нужное место. Я не знаю, что в такой кроватке можно повозить. Кучу цемента, песка, не знаю, бетонных плит, блоков. Тоже почему нет, но цепочек грузов у нас нету в игре, поэтому, не знаю, такая техника на любителя. Ну и, может быть, какой-нибудь, да, прицепчики сюда цепляется, но ладно, пойдет. Мы их брать не будем, давайте немножко прокатимся. Может быть, нам какую-нибудь модовую карту с большим-большим карьером сделают. Да, может и не сделают, но, блин, все равно мы сыпучие грузы и какую-то грунт или породу не возим. Поэтому вручную загружать и потом разгружать, ну, не знаю, может быть, кто-нибудь для себя найдет эту технику очень даже играбельной. У нас полный привод, 1800 литров. На топовом движке, конечно, потребление 30-40 литров, да, я так понимаю. Но на 1800 литров в баке, думаю, это не особо прям будет заметно. Я думаю, такому карьерному самосвалу любая грязь просто как ни о чем, короче. Ему моря бы покорять. До речки переезжать. Да, очень быстрый, очень мощный. Ну, это на мощном движке, на топовом. И очень большой. Да, область, конечно, применения данного карьерного грузовичка очень ограничена. Но, может быть, кто-нибудь найдет для себя применение этой техники.
Такой гудочек прикольный. В принципе, немножко доработает салон, чтобы он был по детализированию. Может быть, модельку немножко подправить, чтобы были более четкие текстурки. А так, в принципе, очень даже ничего. Прикольный самосвал карьерный. Мне понравился. Ну, вы пишите в комментариях, что думаете. Спасибо вам, господа, большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, и мы увидимся с вами в новых видео по SnowRunner уже совсем скоро. Давайте, пока-пока.